Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать вас на своем канале. Посмотрите, что у меня есть. Нить джутовая, 200 метров в одном моточке. Цвет суровый, но какой же он суровый? Он очень красивый песочный цвет. Вот у этого жгута, да, не спорю, цвет суровый. А у этой ниточки, мне кажется, очень красивый цвет. Далее, две пуговички-сестренки, а-ля деревянные. Иголка для штопки. Молния, которая под цвет джутовой нити, хотя камера это не передает. Ниточка простая и иголочка для бисера. Если есть иголочка для бисера, значит должен быть сам бисер. Он есть у меня. Это деревянные бусины, но они такие мелкие, такие крохотные, что я назову их никак иначе, как бисер деревянный. Я так хочу. Бисер деревянный. Давай красиво, все-таки композиционно-то. О. А, крючок. Конечно, конечно, конечно. Крючок. Посмотрите. У меня есть все, чтобы с чистой совестью вступить в совместный проект. Вышитая сумочка моя. Этот совместный проект организовала замечательная девушка, моя ютубная подруженька Ксюша. Ее ник на ютубе «Ксюша – мое хобби». Под данным видео я оставлю ссылочку. Там приглашение как раз в этот совместный проект, где подробно объясняется, что все желающие вышить сумочку, кошелек, клатч, все что угодно, могут присоединиться в течение года и принять участие в данном совместном проекте. Я не люблю прикладную вышивку. Для меня это, ну, не любимый, что ли, вид рукоделия. Но все-таки я хочу потихоньку, полигоньку, начав с кошелечка или косметички, скорее всего, правильно назвать косметичка, выйти таки все-таки на сумку. Если будет вдохновение, у меня пока желание есть, а это уже половина дела. Итак, что я хочу? Я хочу крючком связать из данного джута прямоугольник. Позволит мне размер, наверное, все-таки большой. 200 метров – это очень даже солидно. То есть эту ниточку я буду использовать точно. Это под вопросом. Я свяжу прямоугольник. И потом сверну в половиночку. И вот сюда вошью молнию. Это первый вариант того, что я хочу. Или же я свяжу все тот же самый прямоугольник, но сложу не в половиночку, а оставив чуть-чуть места. И это место как раз и будет застежечкой. И тогда вместо молнии я буду использовать пуговки. Вот, отпрыгнули. Подождите, еще не время. В каком виде именно будет моя косметичка, я пока не решила. Но что будет обязательно, кроме этого? Дело в том, что совместный проект называется «Вышитая сумочка моя». Но можно и кошельки, и клатчи, все что угодно. Я хочу на грубой основе вышить бисером. Но не представляю, как это будет смотреться. По цвету прекрасно, все подходит. Мне очень нравится, как эти предметы поют в унисон. Эти предметы очень дружат между собой. Но если вдруг грубая фактура не примет бисер в таком каком-то, ну, разбросанном, что ли, виде, я пойду другим путем. Из этого бисера я вышью кружочек. И это будут, как, знаете, сердцевинку вот у подсолнуха или просто у цветочка, у ромашки. А вот этим, посмотрите, как он выигрышно будет смотреться в цвете. Его нельзя и не заметить, и в то же время он не кричаще, как бы не портит всю картину. Будут лепесточки. То есть на полотне вот такого цвета будут лепестки вот такого цвета, а сердцевинка вся вышита бисером. Это я пока планирую. Может быть, один цветок, может быть, несколько. Моя задача сейчас связать прямоугольное полотно, вшить молнию, скорее всего. А потом
Я буду вышивать или вот этой ниткой, для чего мне нужна игла, или бисером, для чего мне нужна маленькая бисерная игла, или и тем одновременно. Там, что называется, уже аппетит придет во время еды. Я не планирую делать промежуточные видео. Я, наверное, покажу сразу готовые изделия. Но если вдруг мне захочется вместо молнии в цвет, бисера в цвет, ниточки в цвет, сделать что-то на контрасте, тогда я еще сделаю промежуточное видео. Покажу, что и как. Ну, ход своих мыслей покажу. Но, скорее всего, я остановлюсь вот на этом прекрасном варианте. Потому что я знаю, кому я буду дарить на 8 марта. Замечательная женщина, дачница. Она обожает подобные косметички. Из косметики у нее там говорят, только помада, Танюш, но зато и пенсионный билет, и ключи, и очки. В общем, все там, что угодно. Замечательная женщина. Кстати, скоро 8 марта. Давайте все подумаем, какие можем сотворить подарки своими руками. Я оставлю ссылочку на видео, как я делаю подобные кошельки. Только там я не вышиваю, а просто что-то, ну, вязаное пришиваю. Тоже украшаю, ну, наверное, без вышивки. Но так как СП Ксюша называется вышитая сумочка моя, я буду вышивать. Но прежде чем вышивать, я должна связать то, на чем я буду вышивать. Как я понимаю, правилами это не воспрещается. Знаю, можно бисером, можно крестиком, но посмотрите видео и все сами решите. Вот, Ксюшенька, я с тобой. Материал у меня есть. Я, как всегда, иду своим путем. Особенно мне очень захотелось такую эко-косметичку. От этого цвета я просто схожу с ума. Мне он очень нравится. И он прекрасно гармонирует вот с этими деревяшечками. Прекрасно. Как они будут, в какой форме, не знаю, не знаю. Это все еще придет само собой. И будет помогать или не будет помогать вот эта ниточка потемнее, тоже решу по ходу. Но я тебе обещаю, что у меня будет вышитое изделие. И за рамки, так сказать, правил, да, я СП твоего я не выйду. Я буду вся в правилах, как оно и положено. И пусть пока еще на дворе зима. Я попыталась изобразить снеговика с ведром на голове. Но не за горами 8 марта. Наш снеговик превращается в цифру 8. Поэтому продумывайте подарки своим милым женщинам, которые есть у вас в окружении. Подарки своими руками чудесно. И будет это все в цвет, как у меня. Назову я эко-косметичка. Или будет это все раскрашено в какие-то краски. Решать только вам, дорогие мои рукодельницы. Ну что ж, так некрасиво упал-то. Главное творить. Главное радовать. И радоваться самим. Живите в удовольствии, творите в удовольствии. Всего вам самого доброго. Пока-пока.